можно прийти и выразить свою солидарность с жителями другого микрорайона и другого муниципального образования. Когда 20-го митинг группы, мне приходится часто бывать, я человек активный. И у тебя тоже. И мы тоже моргали, мы очень активные боролись. И у нас быстрый огромный монстр между Рыбацкой улицей и Жорской и Малого. И что интересно, уважаемые наши граждане, товарищи, ленинградцы, кто как себя желает теперь называть, что обманывают здорово, борьба страшенная шла против этого монстра. И нам сказали активистам, не волнуйтесь, кустики мы вам оставим, кустики оставим. Ни дом, ни кустиков, долгострой идет, махина расстраивает людей, нервную систему расшивает людям. Это же невозможно. Впихивают дома, где им хотят. Садиков у нас теперь практически невозможно видеть массовых, а там, где мы их видим, мы боимся, что не сегодня-завтра у нас их тоже отнимут. Здесь не гулять некого. Так что я за солидарность, за то, чтобы товарищи наши активные везде принимали участие и агитировали других, читали объявления, писали. Спасибо организаторам. Дорогие мои и молодые, пожилые, я здесь живу 46-го года. Я это родилась в доме 70-75. Вышла замуж, переехала в дом 16-Б. Садик был Лопухинка, потом садик Дзержинского. Кстати говоря, был великолепный маленький памятник Дзержинского, были великолепные клумбы у садика в начале, была прекрасная детская площадка, была прекрасная сцена, на которой сама лично я выступала, я человек искусства, было много скамеек. В этом садике теперь проходит почти что через день свадьбы. Можно, да? Заработала? Я заработала, да. Вот. В этом садике свадьбы. Нет. Ну, это просто я. Свадьбы в этом садике, мы смотрим все на диванах сериалы, все сериалы снимаются в нашем садике. Все мочки, значит, это здорово. Вот этот домик стоит. Старушка одна приезжала с внуком с Московского района гулять на острова и в этот садик. Она мне рассказывала, говорит, проверьте, говорит, деточка, этой деточке было тогда 30 лет. В этом доме, когда ехал Пушкин на дуэль, он здесь останавливался, не знаю, насколько это верно. В этом домике в 50-е годы был дом пионеров, потрясающий пионер. Сама ходила в хореографию, у меня муж ходил, здесь были великолепные кружки. Здесь занималась прекрасная балерина Кашинская такая. На втором этаже была студия хореографии. Все, запущено, склад, свалка, бог знает что. Теперь это самое, что хотел сказать. Лодочная станция была очень ухоженная, внизу было кафе, мы катались на лодках, все было. Специально, я говорю, специально стало запустение лодочной станции. Специально у них заборчик, который ничего не делает, и дети могут упасть. На это плевать, понимаете? И вот милицейская будка вон стояла. Видите, садик был, это не садик, а ягодка. Выросли. Не было этих домов 16 Б14. Я ходила в детский сад туда, вот в ИМ, знаете, и тут было место «Райский уголок». Он был довольно-таки долго. И был большой наш приятель Аникушин, который, вы знаете, мастерская в Аниковском садике, который здесь постоянно отдыхал. Он своего внука, а я сына водили в одну школу испанскую. Если бы он был жив, разве был бы такой бардак? Не было бы, понимаете? Я к чему так много слов и эмоций? Я просто прошу, товарищи, будьте активнее, будьте более собранные, понимаете? Встаем с диванов, понимаете? Как-то нужно активизировать наши действия, конкретика, понимаете? Поменьше лирики. Мы все сегодня много очень слышали теплых слов, мы знаем. Но быть, немножко принимать участие в этом и быть активнее. В свое время мы отстояли музыкальное училище Римского-Корского, музыкальную школу, отстояли до Москвы. Может, придется, ведь Путин, Медведев, ленинградцы, ведь наверняка они знают, просто они в такие мелочи, понимаете, их уже смешно. Лукиенко им назначил специально для этого. Ну, это я не знаю, не в курсе этого. Они, вот, это его дела. Давайте просто будем. Хорошо, что у нас есть такие молодые активисты. Это здорово. Я только приветствую это, знаете. Вот быть активными всем. А есть предложение. Вот это здание разрушается, может быть, жители Петроградского
заберут деньги на восстановление. Ой, Танечка, да. Вот. Я думаю, что... Очень правильный лозунг прозвучал, пора вставать с дивана. Значит, еще раз напоминаю, 20 числа в 11 часов у СТК, парк Победы, общая гражданская акция протеста. Ждем вас всех там. Спасибо большое, что вы все пришли. Наверное, мы как-нибудь так уже будем постепенно завершать наше мероприятие. Кто еще не подписался, обязательно не забудьте подписаться. Здесь люди собирают подписи под обращением к губернатору. И будьте на связи. Здесь образовалась замечательная инициативная группа. Подписи можете сдавать Михаилу Сосюкову, Андрею Радмешкову, местным активистам. И будьте на связи. Наша борьба продолжается. Весной мы обязательно продолжим. Серию акций, наверняка здесь придумаем что-то еще. В какой-то форме мы здесь обязательно соберемся и, скажем, выразим свой протест против этой незаконной стройки. Мы отстоим Лубухинский старт. Всем спасибо большое. Это наш город! Это наш город! Это наш город! Спасибо! Наверное, теперь все участники митинга двинутся к тому месту, где планируется стройка.